Уважаемые коллеги, в первую очередь выражаю признательность нашему председателю Шавкат Мирамоновичу за активную и плодотворную деятельность Узбекистана в качестве председательствующей страны в Содружестве. Отдаю должность профессионализму наших узбекских друзей, которые вынуждены выполнять свою миссию в такой пожароопасной обстановке. Об одном из пожаров, который вспыхнул на постсоветском пространстве в зоне ответственности СНГ, только что говорил наш друг и уважаемый президент Азербайджана. Не забывайте о событиях в Беларуси, Кыргызстане, Украине. Сегодня хватает проблем. Словом, пожар, да и только.